Привет! Я собираюсь ехать снимать репортаж с московского марафона. Есть у меня один незакрытый гештальт, связанный с массовыми забегами, который давно пора уже закрыть. Смотрите, уже 26 лет подряд я занимаюсь теми или иными видами спорта, в том числе и бегаю регулярно. Прямо сейчас могу пробежать полумарафон. Знаю, что если подготовлюсь, и марафон тоже пробегу, но я всегда бегаю один. Для меня бег — это такой медитативный процесс, возможность остаться и побыть наедине с самим собой. И я не понимаю, почему людям так нравится бегать в толпе, сбиваться в огромные кучи, бегать стаями. Зачем вообще устраивать всякие бостонские, московские марафоны, перекрывая автомобильное движение? Да, я тоже автомобилист, и мне вот непонятно, вам действительно в Москве больше негде побегать, кроме как по автомобильным дорогам? Ну вот сейчас я отправлюсь на московский марафон, выцеплю этих бегунов, и у них как раз все это и выясню. Погнали! История донесла до нас миф о греческом бегуне, который пробежал 42 километра и умер. Отличная идея, подумали все окружающие и начали бегать марафоны. И вот мы сегодня приехали в Лужники на московский марафон, чтобы показать вам, что это за мероприятие и что это за люди, которые в нем участвуют. Привет, скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Оля. Какую дистанцию бежишь? 42 километра. Первый раз? Да, мой первый марафон будет. Скажи, пожалуйста, вот такой вопрос к тебе. Есть какие-то у тебя страхи, может быть, чего-то ты боишься перед марафоном? Просыпаешься ночью, да, за день до старта, что это? Есть такое, ну, волнение, не знаю, вообще боюсь, что марафонская стена меня накроет, не знаю. А что это такое? Никогда такого не было, не знаю. Ну, когда накрывает. Но очень страшно, да? Да, но очень страшно. Почему ты выбираешь такой формат? Почему ты выбираешь бегать именно большую дистанцию в толпе огромного количества людей, а, допустим, не в одиночестве или со своими друзьями, знакомыми? Ну, нравится испытывать себя, прочувствовать свою границу возможностей. Вот когда вот этот твой предел наступает, вот, как-то так. Мы находимся в стартовом городке марафона. Здесь много всего интересного. Вот слева от меня находится палатка регистрации, где участники регистрируются и получают свои стартовые номера. Почему, скажи мне, Антон, ты хочешь пробежать его с таким большим количеством людей на это большое мероприятие, еще и денег за это заплатить? Чего вот не бегается в одиночестве или в компании своих друзей? Я люблю бегать и в одиночестве, и в компании своих друзей. Но это бывает часто, а это бывает раз в году. А, вот то есть из-за того, что это просто такой уникальный опыт, да? Ну, да, да, да. А, такой, смотрите, вопрос. А, неделя в Турции, в пятизвездочном отеле All Inclusive или завтрашняя пробежка? Что ты выберешь? Завтрашняя пробежка. Спать. Завтрашняя пробежка? Но мне кажется, страна наша тебя не поймет. Не поймет. За моей спиной штука, которой, насколько я знаю, раньше не было, это специальная палатка для болельщиков марафона. Здесь людям показывают, как правильно дудеть в дуделке, как правильно крутить трещотки, как правильно болеть за своих участников, и не только за своих, а вообще за всех участников марафона. Какой у тебя номер? 13501. Я не просто так спрашиваю, на самом деле я все номерки расписываю, записываю в список и после этого сдам в военкомат. Там нужны спортивные, здоровые ребятки. Скажи, пожалуйста, какую дистанцию ты побежишь сегодня, завтра? Дистанцию от военкомата как можно дальше. Если серьезно, 42 километра. Почему ты хочешь бежать вот в этом мероприятии, в этой толпе, с таким большим количеством людей? Почему бы не пробежать тот же марафон, но, допустим, в одиночестве или только с друзьями? Потому что, когда бежишь в такой атмосфере, когда десятки тысяч людей бегут с одной целью, это несравнимо с бегом в одиночестве. Ну, чтобы это понять, это надо ощутить, поэтому всем рекомендую.
все бегите на массовых соревнованиях, это совершенно другой объем эмоций, и к результату это побуждает. Поэтому всем советую. Ну вот так становится понятнее. Спасибо за развернутый ответ. Вокруг меня огромная часть – это Экспо. Экспо – это место, где различные производители, игроки спортивного рынка выставляют свои товары, свои услуги. Все это здесь участники могут померить, выбрать и на месте купить. Зачем оно нужно? Вот почему не бегается в одиночестве или с друзьями? Атмосфера, кайф. Если бы была возможность пробежать этот марафон с кем-то из современных известных людей, знаменитостей, кто бы это был? Я не знаю. Ну, пофантазирую, допустим, какая-то знаменитость или политик, еще кто-то. Политик? Нет, давайте не политика. Давайте, не знаю, Полина Гагарина. Да. Ну, не особо похоже, нужны людям какие-то знаменитости на их личном марафоне. И наш магазин также на Экспо представлен. Здесь каждый желающий может приобрести беговую экипировку, беговую обувь и, конечно, спортивное питание. Я, насколько знаю, ты автомобилист, верно? Это так. Вот скажи мне, пожалуйста, ты хоть раз попадал в такую ситуацию, чтобы ты приехал в центр Москвы, тебе очень надо было туда на машине, а происходит какое-то вот мероприятие массовое, и все перекрыли, ты подъехать не можешь и запарковаться не можешь? Я обычно среди участников этого мероприятия, поэтому мне в тот момент все равно на автомобилистов. То есть ты в такую ситуацию не попадал? Не попадал. Надеюсь, не попаду. И тебе на всех плевать? На мне на всех плевать. Вот такие они люди. Перед вами Кирилл Цветков, наш такой небольшой коллега. Кирюха снимает свой канал очень давно про бег, про все массовые мероприятия, которые происходят на беге. Единственное, что он голос сорвал, отвечать будет жестами. Ты сможешь? Ну, отлично, мне даже микрофон не придется передавать. Скажи, пожалуйста, ты огромное количество разных мероприятий участвовал, снимал про них, рассказывал. Вот ответь мне на вопрос. Они вообще друг от друга хоть чем-то отличаются? Конечно. Ну вот, на мой взгляд, слушай, было хоть на одном мероприятии, чтобы что-то случилось, массовая драка с поножовщиной, или снизошло благословение, благодать, или, я не знаю, участника похитили инопланетяне. Ты хоть раз такое видел? Похрипи. В общем, я был на марафоне в Малаге. Это сложно назвать, что я был на марафоне, просто перед марафоном пошел дождь, и в какой-то момент мимо меня проплывал автобус. И после этого марафон отменили. Привет, скажи, привет. Пожалуйста, как тебя зовут? Маша. Маш, какую дистанцию побежишь? Вот 10 километров. А номерок ты не зря показала, потому что ты сейчас поймешь, для чего. Какой вопрос к тебе? Смотри, ты побежишь завтра свои 10 километров. А вот не хотелось бы тебе, чтобы именно на этом забеге ты повстречала своего принца на белом коне, мужчину, с которым станет твоим парнем? Да кто же этого не хочет, конечно. Парни, за номер запоминайте. Вы поняли, для чего он нужен? Ай, блин, я забыл. Ролик-то выйдет уже после репортажа. Так что сорян, подруга. Привет, как тебя зовут? Евгений. Ты здесь что-то представляешь, правильно? Да, я представляю со стенде компании PowerUp спортивное питание, гели, жевательные таблетки. То есть и другое питание. Сам ты побежишь? Да, я побегу. Какую дистанцию? 42 километра. Полный? Полный марафон, да. Будешь употреблять вот эти свои гели? Да, да, то есть задача как раз протестировать в боевых условиях новые вкусы, которые появились буквально. Вот первый раз они представлены на московском марафоне. Их надо проверить в настоящих условиях. На себе обязательно? На себе, да, на себе, на соревнованиях. А ты побежишь свои 42 километра. Достаточно долго получится. И кого бы ты, вот на твой выбор, из любых девушек мира хотел бы, чтобы она бежала перед тобой всю эту дистанцию. Любую можешь выбрать, кого захочешь. Ну, я бы хотел, чтобы моя жена впереди бежала, да. То есть пускай бежит моя жена, но она пока бегает медленнее, да. А если жена не посмотрит этот ролик? Если не посмотрит,
Да нет, я отвлекаюсь, как бы на соревнованиях, в принципе, я, то есть, не смотрю. Не смотрю на женщин, то есть я занят с собой, с дистанцией, созерцанием пейзажей. Чаще бегаю трейлы, поэтому смотрю по сторонам, горы, природа, погружаюсь в себя. То есть, как бы мысли больше об этом, а не о женщинах. То есть о женщинах думаю в другое время. Очень серьезный и правильный подход. Вот мы хотим выяснить вообще, в чем прикол бежать в толпе, вот такое массовое мероприятие. В толпе бежать намного легче, в толпе бежать намного приятнее, плюс тебя кормят, поддерживают, а ты чувствуешь себя настоящим героем, спортсменом, преодолеваешь себя, и при этом тысячи людей, которые тебя не знают, они с тобой едины, и это эмоции, которые объединяются в одну большую кучу, и они в тебе. Тогда такой вопрос. Вот если бы была возможность пробежать завтра марафон с кем-то из великих людей прошлого, кто бы это был? У меня нет таких кумиров, к сожалению или к радости. Я не слежу за их именами. Но, может быть, не бегун, просто неизвестный человек какой-то. Мне главное кажется, что когда бежишь такое мероприятие, ты себя чувствуешь таким человеком. Еще один представитель PowerUp. Никита, привет. Привет. Побежишь марафон? Побегу марафон. Когда узнали, какой вопрос тебе задам, меня попросили номер твой узнать. Какой твой номер? 17. Подожди, я... Вот это очень важно, ты сейчас поймешь, потому что вопрос серьезный. Вот настолько, да? Сейчас скажу. Очень. 18-476. Когда много цифр, я не вспоминаю. Главное, там услышали. Вот представь, ты завтра побежишь в свой марафон, и случится такая ситуация, ну, чисто гипотетически. Ты повстречаешь рядом с собой Владимира Владимировича Путина. Добрый вечер. Надо подготовиться, Да. Что ты ему скажешь? Я скажу тебе так, что, наверное, ни хрена я не скажу, потому что я не готовился к марафону, и с большой вероятностью я в этот момент буду делать пить гель, запивать изотоником, смахивать с себя пот, я его просто даже не увижу. Если бы в вашей жизни произошел такой поворот, и вы стали бы топ-менеджером крупнейшей государственной корпорации, у вас собственный лимузин с водителем, у вас охрана, вот вы все равно бы стали бы дальше продолжать бегать или уже нет? Я думаю, что я не только бы дальше продолжал бы бегать, дальше есть неоткрытые поля. Триатлон, ультра и тому подобное, потому что именно многие ребята на таких должностях занимаются такими видом спорта. А как же охрана? Тоже с вами придется бегать, наверное? Я буду подбирать по собственному примеру, которые должны, да, тоже быть ребята спортивные, увлеченные. Не обязательно это должен быть спорт, бег или триатлон. Просто близкие по духу люди. Какой у тебя номерок? 35-65. Это выигрышный номер. Смотри, у меня к тебе предложение. Давай сыграем в поле чудес. Я даю тебе 100 тысяч рублей, и ты завтра никуда не бежишь. Нет, я побегу. Я даю тебе 300 тысяч рублей, и ты вообще перестаешь бегать, вообще массовые мероприятия полностью и навсегда на всю жизнь. Это мой первый марафон, и я откажусь. 500 000? Нет. 1 000 000? Я бегу. Я так и знал. Приветик тебе. Как тебя зовут? Анжела. Анжела, скажи, пожалуйста, какую ты дистанцию бежишь? 10 километров. Всего 10-ку. Почему не марафон? Пока не готова. Пока не готова. Вот скажи, пожалуйста, тебе такой вот сложный вопрос, такой настоящий мужской, я сейчас, подожди, настроюсь. Вот зачем ты бегаешь? Вот что тебе дома не сидится, борщи не варится, детей не нянчится, а? Как раз, чтобы борщи не варить и детей не нянчить. А, вот так вот ты хитро устроилась. Забавно. Имейте в виду такой способ. Это твой первый марафон? Второй.
Надо, что первый, давайте перепишем. Нет, давай так и оставим. Понимаешь, основной вопрос, который все задают, вот зачем? В чем прикол? Вот ты мог бы пробежать этот же марафон для себя, один в одиночестве или с друзьями. Вот ты приехал вот сюда, вот в Лужники, вот здесь столько народу, шумно, все вот это вот. А прикол-то в чем? Прикол в том, что ты вот именно плюсы назвал, смотри. То есть ты бегаешь один где-то, ну как-то, не знаю, ну не то. Вот ты сюда приходишь, просто вот, ну прет тебя. То есть я бегал первый, ну как-то зашло не очень. Зная то, что было тяжело, но прям очень. Я сейчас сюда приехал, думаю, капец, да я по-любому выйду, я прям по-любому даже себя порву, но я до финиша дойду по-любому. То есть из-за того, что как раз люди, народ, вот эта вся атмосфера, драйв, крики вот эти под мостом, когда мы бежим, давай, давай, вот из-за этого и выходишь. То есть это такая дополнительная мотивация, да? Да, супер вообще. Не то, что мотивация, просто энергия внутри такая. Ну, даже слово мотивация, не то, что это прям энергия, которая заставляет тебя вот этим заниматься. И потом, когда ты где-то через недельку отошел, заново выходить и бежать, потому что ты помнишь это чувство, ради него выходишь. Вот такой тебе вопрос будет философский. Когда ты завтра пробежишь свой марафон, вдруг у тебя появится такая возможность, что ты можешь своим желанием изменить что-то в мире. Что это будет? С желанием в мире. Блин. Ну вот, что бы ты хотел поменять благодаря тому, что ты пробежал марафон? Отношения, наверное, людей друг к другу, чтобы они все-таки больше с пониманием относились друг к другу. Ну, то есть это изменить нельзя, надо как-то головы людей менять. Ну, вот если мы изменим, это будет просто магия. Вот так хоп, по щелчку и все. Больше понимания, больше любви, больше дружбы. Ну, это самое важное. Да, и, возможно, люди, которые не понимают, зачем перекрывать центр города, зачем бегать в марафон и кому-то мешаться, что в этом есть определенный кайф, и что люди действительно там болеют, и это здорово. Поаплодируйте сильнейшим! 2 часа 14 минут 57 секунд. Илдар Миншин, Москва! Победителям вручаются памятные медали и дипломы. Все российские спортсмены сильнейших атлетов. Второе место с результатом 2 часа 14 минут 48 секунд. Степан Киселев, Республика Татарстан. Всероссийские спартакиады в беге на 42 километра 195 метров. Искандер Ингаров, Республика Татарстан.